Всем привет, дорогие мои уважаемые! Добро пожаловать в Apex Legends. Ребята, с вами Давид, и сегодня мы посмотрим на обновление 1.26 в Apex Legends. Это обновление несет в себе аркадный ивент, который добавляет 7 различных режимов, как я понял. Трейлер вы можете найти на YouTube, да, где угодно вообще. Называется ивент Grand Zero, по-моему, если я не ошибаюсь, в общем, как-то так. Ребят, значит, начнем с самого интересного для меня, это, естественно, задание за ивент. Вот, серьезно, когда я обновляю Apex, в первую очередь, в различных ивентах я обращаю внимание на задания и на плюшки, которые нам дают. Званый вечер называется ивент. Так, вау, очки аркады, ничего себе, вау, вау. Здравствуйте, гуляки, это мы так зовем друзей. Вы были приглашены на званый вечер, то есть на вечеринку. Мы приготовили для вас множество особых режимов и новых способов стрельбы друг по другу. Как весело, проходите испытания, чтобы заработать очки и выиграть приз. Каждый режим доступен 2 дня, так что почаще заглядывайте к нам и веселитесь. Тут все высшего спорта, прямо как горький мед. Я все правильно говорю? Очень интересно на самом деле. Какой-то что-то такое необычное, что-то наподобие ранкида. Надо будет попробовать. Я не могу нажимать, смотри. То есть я могу посмотреть награды, да? Нажать, глянуть награды на вот такой вот значок. Вот он. Показать сведения. И посмотреть, что мне здесь будут давать. Угу. Я понял вас. Так. Так. Легенды. Я просто так на всякий случай все проверяю. Тающий лед. О, вау! Вау! Эксклюзивные предметы события. Прикольно. Прикольно, прикольно. Блин, ну это все за донат. Это все за донат. Я-то, блин. Ой, я, кстати, да, получил брелок на R99, вот этот из ивента одного. Так, ладно, ребят, самое интересное это режимы. Какой нам сейчас дадут режим? Дуэт золотой лихорадки. Только золотое оружие. Вы и ваш друг. Интересно, один день, 23 часа. 2 дня будет действовать этот ивент. Что ж, давайте с него и начнем. Хотя нет, подождите. Давайте зайдем на стрельбище. Я хочу посмотреть, не изменилось ли там что-нибудь. Потому что многие говорят, что с этим патчем будут понерфлены разные оружия, легенды и так далее. Исправлены баги. Я хочу просто зайти на стрельбище и посмотреть. Взять какую-то пушку, допустим, тот же ведомый, да, миротворец или R99 и пострелять. А еще я хочу проверить дульную вспышку. Уменьшили ее или нет с этим патчем? Сейчас мы это все узнаем. Потому что дульная вспышка от оружия очень сильно мешает игрокам. Так. Окей. Окей. Понабираем всякой дичи. Так, нам нужно проверить эрочку. Без всяких там модификаций. Да, по-моему, если я не ошибаюсь, урон точно такой же, как который и был у Эрки. Так, сейчас давайте глянем на дульную вспышку. Нужно выбрать темное место, потому что именно в темных местах
Все это дело отображается. Нет, нет, они не убрали. Смотрите, какая огромная дульная вспышка. Обратите внимание, это же неудобно. Это если мы стреляем в освещенную местность, то мы эту вспышку не замечаем. Естественно, удобнее стрелять на освещенных территориях. Хорошо. Точнее, даже плохо. Надо ругать за это разработчиков, потому что даже мне, например, много раз. О! Завершение работы сервера. Внутренняя ошибка сервера. Ничего себе. Хорошо, заходим заново. Надо ругать разработчиков, надо им писать, чтобы они выпустили патч, который исправит это все дело. Кстати, на консоли обновление опять вышло с задержкой. Не с такой колоссальной, слава богу, но на минут 20-28 задержали обнову, вот, и выпустили, значит, ее познавательненько на консоли. Не сразу, на ПК прям сразу вышел, вот как началось событие, так и вышла обнова. А на консольках задержали вновь. Хорошо, ребят, я заканчиваю на этом видео. На канале ждите еще видео отдельно по этому режиму. Будем с вами играть, будем с вами пытаться брать топ-1 и прочие вещи делать. Всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был.